Приехали мы в Челябинскую область, река Катав. Едем на большие шломы посмотреть. Вот здесь нашли избушку по дороге. Чего от нее осталось, вернее. В этом ролике я хотел бы рассказать о ленивой поездке. Почему ленивая? Да потому что эта поездка заключается на автомобиле. И все красивые места, которые мы посетили, их буквально на машине. Никуда не ходили, не карабкались, не забирались. В общем, поездка была в Челябинскую область. Выехали мы с Иглино, доехали до Катав-Ивановского района и вверх Катавку. Вверх Катавки на пруду, вот здесь пруд, открывается просто обалденный вид вот на эти большие шеломы. Вот он, большой шелом. Красота. Ну вот, мы доехали до верх Катавки. Этот самый вид, который не оставит никого равнодушным, на большие шеломы. Красота. Природа шикарная. Лодочка чья-то стоит. Был бы мотор, было бы еще лучше. Но просто лодка стоит. Не весел, ничего. И вот такой вид. Класс. Это надо будет сфоткать. Такой здесь лес сосновый. А, это тоже, конечно, питомник кушать. Головастиков. Вот они живут с таким видом. А ты живешь? В квартире, да. Далее мы поехали с верх Катавки через город Юрязань, почти, в Саткинский район, а именно в Гаевский карьер. Очень красивое место. Автодорога М5 Урал. Вид на хребет, большая сука. Красота. Только фура мешает, конечно. Сейчас мы оттормозимся. Фура нам откроет вид. О, красота какая. Подписывайтесь на канал, дальше будет интересней. Это поселок Рудничий, Челябинская область. Что ж, мы нашли очень интересное место. Гаевский карьер. Вообще красота. Вода прям бирюзовая. Вот с этого Гаевского карьера дальше мы поехали через Бакал и выехали в Садку. В Садке находится огромный магнезитовый карьер. Вот он здесь вот. Его тоже посетили. Пролезли мы на секретный объект в горах. Вот стоит вышка. Сейчас надо, пока нас не поймали, быстренько зафоткаться, засниматься и отсюда уходить. Ну вот мы и пробрались на единственный вроде бы в мире карьер, который добывает руду магнезит. Вон там работают белазы, камазы. И отсюда мы выехали в сторону Межевого. Вот Межевой. Приехали на Айские притесы.
Общий маршрут составил 310 километров вот до этого места. Приехали мы на Айские Притесы. Здесь все взяли в частную собственность, в аренду. Сделали такую вот смотровую площадку. Тут много комплексов. Вот там вот еще один комплекс. Вот это Айские Притесы. Река Ай. Вот такая красота Южного Урала. Челябинская область. Сплавляющие там. Вот поближе засниму. Там на обрыве движуха идет. На мостике можно пройтись над пропастью. Ну, мы, скорее всего, сейчас подойдем туда и поближе все заснимем. Нет, там поджимают. А вот и прайс на подвесной мост. 500 рублей, чтобы пройтись по этому мосту. А вообще здесь интересная локация. Много всяких развлечений, домики, качели. Вот эти качели, которые над пропастью. А вот прайс над качелью над обрывом. Тоже 500 рублей до 5 минут над пропастью. А вот прайс на роуп-джампинг 3500, прыжок с веревкой. Вот там это все происходит с этого мостика. Сейчас будем наблюдать прыжок сверху вниз. Пошел.